все, сейчас мы скоро придем, начнем. Ага. Лежи, пока отдыхай. Все, пациент готов. Ну прям все тут заставили уже, люльку какую-то притащили. Все. Ричардсон, вторая плюс, 9.33. Он же уже это делает просто. Это я не сняла. Это я. 9.32, 2 числа. Покажи, Денис Анатольевич, красоту пейзажа. Да, это второй пакет. Вот этот пакет у нас один. Все. Два в один объединили. Да. Ну все, ладно, так проще. Да, ну, здесь, да. Потому что у вас... Все, Денис Анатольевич, неси, расскажешь, придешь. Кровать. Да, видео сниму. Видео чуть-чуть сниму, да? Твоя? Красиво выглядит. Там, то есть она типа подогретая, что ли, теперь? Оно теперь на... температуры вашего тела. Мы же замороженные, не можем вам скормить или еще как-то влить? Ну, пожалуйста, не шокируйте меня. Сейчас они 37 градусов, а были минус 200, минус 196. Поэтому мы их должны привести в норму. Их размораживают на водяной бане. Это вода. Специально, грубо говоря, обычная вода. Хорошим методом, дедушки. Да. Самый простой, самый действующий. В принципе, во всем мире так и размораживают. Правильно. Потому что других лучше методов еще нет. Микроволновку не кладете? Нет, он взорвется. Ну да. Ну, в общем, это сейчас... Ну, соответственно, есть. Условия просто соблюдаются при разморозке. Специальные стерильные простынки и так далее. Как интересно. А замораживать их надо вот прям сразу, да? А, вот, нет, да? В течение суток их замораживают, там суток. Проверяют и так далее. Даже мягче, конечно, не замораживают, потому что, в принципе, они их держат до 5 дней в обычном холодильнике, в обычном. Но вообще международный стандарт не больше 2 дней, потому что каждый день теряется от 5 до 10%. Вот если мы держим 2 дня, мы от 10 до 20 теряем. Если 5 дней, то мы можем потерять от 25 до 50% клеток. Ну поэтому они собирают по 6, по 10 миллионов, потому что остается на выходе мало. Они 1-2 раза с забора делают тоже, я не понимаю. Мы можем 6 миллионов собрать, если тоже 1-2 забора. Они ж, тогда не обманщики. Какие ощущения какие-нибудь? Какие ощущения? Красота. Просто сразу скажите, если начнет давить на грудь. Или кружится голова, темнеть в глазах. Вот 2 таких важных состояния. Что это значило? Это значило, что это все хорошо и красиво. Ну, слава богу. Что такое? Мне все хорошо. А, я думаю, что-то... Как что-то... можно с вами в ваших надежных ручках пропасть? Все, нет. Все хорошо. Это... Да.